Добрый день! С вами видеоканал Video News, и мы продолжаем публикацию серии видео об интересном вокруг нас. Галактики – это своего рода составляющие кирпичики нашей Вселенной, размеры которой трудно порой бывает даже осмыслить. По различным оценкам ученых, во Вселенной сейчас существует от 100 до 700 миллиардов галактик различных типов и величин. Есть сравнительно небольшие галактики, которые принято называть карликовыми. А есть и поистине огромные, даже по астрономическим меркам, называемые сверхгигантскими галактиками. Какова же самая большая по размерам галактика во Вселенной? Из всех известных на данный момент галактик, самой большой является сверхгигантская галактика IC-1101, расположенная в созвездии Дева на удалении более чем в 1 миллиард световых лет от Земли. Галактика IC-1101 имеет диаметр приблизительно в 6 миллионов световых лет и массу чуть менее 100 триллионов масс Солнца. Стоит отметить, что львиная доля массы галактики приходится на темную материю. Для сравнения, галактика IC-1101 в 50 раз превышает размеры нашего Млечного Пути и соседних с ним галактик. Галактика была открыта 19 июня 1790 года британским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем, который принял ее первоначально за туманность. Ирландско-британский астроном Джон Дайер внес ее в каталог IC под номером 1101 в 1895 году, также считая ее туманностью. IC-1101 – это ярко выраженная эллиптическая галактика. Она находится в самом центре скопления галактик Абель-2029. Именно благодаря своему положению она и приобрела столь выдающиеся размеры. А происходило это посредством поглощения соседних галактик, которые наполняли IC-1101 и звездной массой, и звездообразующим веществом. Эта галактика примечательна еще и тем, что в ее центре находится сверхмассивная черная дыра, одна из самых больших известных на данный момент, которая обеспечила IC-1101 аппетитом в поглощении незадачливых галактик соседей. Сейчас IC-1101 умирающая галактика. Бурные процессы звездообразования в ней уже давно закончились. Это подтверждают инфракрасные снимки галактики, на которых она имеет желто-красный цвет. Вполне возможно, что жизненный цикл галактики IC-1101 в сравнительно скором времени прекратится. Если, конечно же, она не поглотит более молодую галактику с большими объемами живительного водорода. В завершении еще стоит сказать и о том, что в 2016 и начале 2017 года были открыты две сверхгигантские радиогалактики G1420-0545 и UGC9555, диаметры которых составляют 16 и 8,5 миллионов световых лет соответственно. Сейчас астрофизики уточняют эти размеры, а также их массы. Если данные подтвердятся, то тогда IC-1101 может утратить пальму первенства среди сверхгигантов. Видеоканал Video News благодарит вас за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео и подписывайтесь на наш канал.